В Дагестане проверят, насколько законно выделяли земли под строительство вокруг Акгёля. Законность выделения участков попросил проверить глава Ленинского района Махачкалы. Данный вопрос обсуждался на заседании республиканского правительства. Там говорили о мерах по спасению высыхающего водоема. По его словам, многие распоряжения, выданные махачкалинской мэрией на земли вокруг озера, могут быть выданы лишь с нарушениями закона. Если эти факты подтвердятся, необходимо будет прибегнуть к отмене распоряжений, подчеркнул чиновник.